Сменили гнев на милость. Часть товаров, которые попали в список запрещенных из-за санкций, вернется на прилавки магазинов. Что можно будет купить и какие еще изменения приготовили федеральные законотворцы в обзорном материале программы. Подкорректировали список. Россия исключила из перечня запрещенных к возу товаров. Мальков лосося и форели, семенной картофель, безлактозное молоко, лук для посева и витамины. Соответствующее положение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Такие поправки были внесены из-за заявления ряда российских производителей, которые, фактически, остались без материала для производства. Кроме того, теперь под санкции не попадают протеиновые коктейли и БАДы, которые используют спортсмены и любители бодибилдинга. Тем временем иностранные фастфуды могут лишиться российских филиалов. В России проходят проверки американских Макдональдсов. Уже закрыто несколько – четыре в Москве и два в Новгороде. Формальные причины – нарушение требований санитарного законодательства. Проверки будут проводить и в Макдональдсах Саратова. Без поблажек остались школьники. В следующем году на ЕГЭ по русскому языку школьники лишатся части А, той, в которой предлагается выбрать ответ из нескольких вариантов. Это, к примеру, выбор правильного ударения. Именно эта часть экзамена раньше позволяла набирать минимальные для получения тройки баллы ученикам со слабой подготовкой. В Миноборнауке России отмечают, что часть с выбором ответов будет поэтапно исключаться из экзаменов по всем предметам. Она уже удалена из набора заданий по математике и литературе, но в новом учебном году ЕГЭ разрешат пересдавать несколько раз. Причем не только в случае неудовлетворительной оценки, но и тогда, когда ученика не устраивают набранные баллы, и он хочет их улучшить.